Дамы и господа, добро пожаловать обратно на арену имени Фернандо Буэса, что в славном городе Витория в Испании, где местная куча Лабораль принимает гостей из Химок. И первая атака во второй четверти за испанцами. Давис Бертанс на Яниса бросится в трехсекундную, и грек разворачивается и набирает сегодня свои первые очки. Минус одно, Лабораль летит. Тайриз Райс с мячом. Сергей Мони открывается на периметре. Пол Дэвис проваливается в трехсекундный, и его полукрюк оказывается точным. Браво, Пол. И уже 6 очков на счету американского центрового Химок. Майк Джеймс с мячом отдает на Яниса Бурусиса. Тот входит в трехсекундную, смыкается защита Химок. Майк Джеймс вновь на периметре, и снова Бурусис с мячом. Видимо, сам будет решать. Браво, Сергей Моня пришел помочь Полу Дэвису. Съели в трехсекундный Бурусиса и Вяльцев на подборе. Уходит в контратрыв в Химке. На Моню. Попытка алюпа на Полу Дэвиса. Тот атакует и не точно, как отлично отзащищался низкорослый Майк Джеймс против нашего центрового. На периметр Адам Хангов входит в трехсекундный, эффектно бьет сверху. Но, к сожалению, не будут засчитаны эти два очка. Не находился в фазе броска венгерский форвард в момент фола Зорана Драгича. Вот, признает свою вину словенец. Сейчас еще раз посмотрим. Вот при первом шаге происходит касание, и очки засчитаны не будут. Быстро разыгрывают испанцы с боковой. И какой шикарный блокшот Пола Дэвиса. Баунс-пас на Зорана Драгича, и в быстром отрыве Химки два очка точно. Браво, желто-синие. Подмосковный клуб находится на первой строчке в данном розыгрыше Евролиги по количеству блокшотов в среднем за игру. У них 4,8. Блажич с мячом и атакует из-за трехочковой линии. И мне кажется, мог бы что-то поинтереснее придумать. Явно поторопился с броском словенец. Тайриз Райс показывает комбинацию. Входит в трехсекундную, передает на Пола Дэвиса. Тут Драгич под кольцом, и на грани фола действует Давис Бертанс, но промолчал свисток арбитра. И Адам Ханга в быстром отрыве набирает два простых очка. 9 очков на счету венгра уже. Посмотрите, как хладнокровно он разобрался с соперником, со своим. Вот Сергея Мони он обходит и набирает 2 очка. Пол Дэвис. Зоран Драгич спотыкается, но молодец, удержался на ногах. Тут Сергей Моня. Вяльцев по периметру разыгрывают Химки. Наш разыгрывающий оказывается с мячом. Входит сам в трехсекундную, бросает флутер, но мимо, к сожалению, тут Пол Дэвис. Тут как тут. Собирает свой и чужой щит сегодня наш центровой. Какой молодец. Майк Джеймс. Очень стремительно развиваются события во второй четверти. И тут Бурусис из-за трехочковой стреляет, и точно. Если верить источникам, то это уже 17-е попадание греческого центрового в этом розыгрыше Евролиги. В своей команде он третий в этом компоненте, и вот на ваших экранах статистика попаданий трехочковых в сегодняшней встрече. Тайриз Райс. Драгич. Пытаются разбросать зону Химки, ничего не получается. 5 секунд остается на атаку, и Зоран Драгич из-за трехочковой линии вновь мимо. И кто вы подумали? Опять Пол Дэвис, и вновь подбор, и снова 2 очка. Молодец, Пол. В контратаке куча Лабораль. Через заслон Майк Джеймс врывается в трехсекундную. Вновь на периметре Бурусис, и неужели 2 подряд будет бросать? Да, да, 2 подряд трехочковых попадания. 18-е трехочковое попадание Бурусиса. Тайриз Райс спокойно разыгрывает, показывает комбинацию. Драгич с мячом. Из-под заслона Егор Вяльцев бросает с трехочковой линии, попадает мяч в ближнюю дужку. Как-то не подготовил бросок Егор. Бросал через руку соперника. Майк Джеймс опускает Бурусиса в трехсекундную. Яко Блажич получает мяч, сам создает себе пространство для атаки, входит в зону, но фолит Егор Вяльцев, и это будут 2 штрафных броска в корзину желто-синих. Тайм-аут берет Римас Куртинайтис. Тем временем расскажу вам о положении команд в турнирной таблице. Что касается группы F, в котором выступают подмосковные Химки и наш армейский клуб.
ЦСКА находится на первой строчке с 7 победами и 2 поражениями. Куча Лабораль, наши сегодняшние соперники, с 6 победами и 3 поражениями на второй строчке. И Химки делят третью строчку с мадридским Реалом с 5 победами и 4 поражениями. При победе сегодня Химки могут выйти на чистое второе место. Интересное замечание от Римаса Куртинайтиса говорит то, что мы все время пытаемся поскорее выбросить мяч, а не забить его. Ну, вот эти фразы уже не нуждаются в переводе, и сейчас мы уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами.